он утром. Надо будет Саш. Саш, Саш, вставай, уже утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, поспали, встали. А теперь пошли искать клад. Берем вещи с собой. Так, надеваем рюкзаки. Все, выходи. Саш, догоняй. Так. О, давай посмотрим туда. Давай. Там как раз какое-то место глубокое. Крапива, она больно жарится. Саша, смотри, что я нашла. Держи мою лупу. Ой, аккуратненько, не все так просто. Ого-го, какая чешуя. Саша, посмотри. Там нарисованы динозавры. Значит, что-то тут про динозавры. Ладно, пошли в палатку. Какое оно тяжелое. Давай, Саш, залазь. Как интересно. Да. Давай сначала откроем. Давай. А потом посмотрим, что там. Саша, смотри, тут настоящие раскопки динозавра. Держи кисточку и отвертку. И гипс почти открыли. Открываем. Да, похоже на гипс. Точно гипс. Все. Теперь давай находить, что в этом гипсе. Написано про динозавры. Интересно, может, там и правда динозавры спрятаны? Да, мне тоже интересно, что там будет. Ну, тогда достаем. Надо аккуратненько вот так постучать. Не сильно. Вот смотри, как аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько шкрябать. Можешь вот так шкрябать, как и я. Берем кисточку и это все убираем. Вот так. Как это долго. Очень интересно, что там. Ну, это динозавр, Экс. Саша, смотри, тут какая-то кость. Давай аккуратненько вышкрябывать ее. Давай. А повтори, какой это динозавр может быть? Тилекс. Прикольно. Давай аккуратненько по сторонам вышкрябывать. Во! Вышкрябывается. Саш, смотри. Ой, это реально как настоящая кость. Угу. Давай дальше раскапывать. Аккуратненько, чтобы не повредить саму кость. Угу. Потом мы будем, наверное, собирать эти все кости, да? Угу. Интересно очень. Убираем. О, это похоже, мне кажется, или на голову, или на ребра. А тебе, смотри,
Похоже на голову. И мне. Тут типа глазик и ротик. Интересно, вот глазик, а вот ротик. Саш, видишь? Вот. Глазик и ротик. Вау! Тут еще есть вот такая выемка. Две их. Интересно. Я такая любопытная. Давай копать. Саш, а можно я так попробую? А ты попробуй этой палочкой. Прикольно. Оригинально. Смотри, у меня тут шкарлупа вот так отпала. Ладно, Саш, держи. Я буду так. Главное аккуратненько, чтобы кости не повредить. Саш, смотри, мы уже до скелета дошли. Очищай быстрее, все. Вот так. Саш, смотри, тут точно голова. Я уверена в этом. Давай дальше. Вот это. О, смотри, там еще что-то. Смотри, вот оно. Это туловище. Наверное. Это туловище. Туловище. Мне похоже, что это... Не знаю. Мне кажется, то, что это низ. Тут где-то должны быть лапы. Вот это где-то вот тут. Ребра типа. Не знаю, мне так кажется. Точно не голова уже. О, косточка. Есть. Нижняя или верхняя челюсть. Классно. Положим сюда. Буду дальше раскапывать. О-о-о, тут уже что-то раскапывается. Вот. Ребят, посмотрите, какую голову я уже делаю. Вот такую прикольную, миленькую. Я очищиваю. А у меня... Целый прикольный скелет. Тогда доставай его. Помочь тебе? Давай. Да, сначала мы лишнее уберем. Можно мне винтик? Так, где у нас? Ладно, возьмем это. О, вот она. О, как классно, я помешала. Достаем хвост. Не вот это надо разбивать, а вот так. Смотри. Вот это. Разбивай. И высовывай скелет. А я пока хвост. Хвост надо аккуратнее всего делать. Аккуратненько, аккуратненько, чтобы не сломать хвост. Смотри, можно не так, а можно вот тут. Подломать, чтобы хвостик вышел. А я пока... О,
у тебя там, Саш? О, Кир, я уже достал. Классно, как он классный. А теперь ты очищай, а я дособираю дракона. Угу. Ой. Так, соединяем туловище с ребрами. И гриву. Так, теперь сделаем ноги, лапы. Не влазит сюда, значит, сюда. Не, точно сюда надо. Раз. Как настоящие зубы. Саш, да. Прикольный клад мы нашли. Да. И мне очень нравится. Да, просто супер. Динозавры как настоящие. Да. Давай его загоним друзей. А, я поняла. Твою мысль я сейчас передам. Ребята, если вы угадаете, что это за динозавры и как они называются, пишите в комментариях, если вы отгадаете. Если я найду правильные ответы, тогда вы получите такой же набор, как и у нас. И получите два динозаврика. Любых, не обязательно таких. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и пишите в комментариях. Не забывайте писать в комментариях, что это за динозавры. Всем пока, пока-пока. Вот такие динозаврики.